Слушайте, я вам расскажу. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver'de Ordu Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ukrayna'ya verilmek istenen F-16'lar ve bunların üçüncü ülkelerin hava alanlarını kullanması hakkında dünyanın gündemine oturan bir açıklama yaptı. Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят. Я думаю, что вы это понимаете, как эта ситуация на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать их самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе систему залпового огня. Peki Batı'nın vereceği bu F-16'lar başka ülkelerin hava alanlarını kullanırsa ne olacak? Mesela NATO üyelerinin. Putin resti çekti. Если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. Являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать при организации боевой работы. Украина Савашин Эдени или Руссия Вебата Арасында Гергинник и Жетерман Муштурумда. Путин НАТО Юлькелерине Саваш Ачмак и Стедиклери Йонундеки и Далары Даджавапляды. 39% общемировых расходов это США, а Россия 3,5%. И мы что, вот имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Это просто бред. Aynı şekilde Avrupa ülkelerine saldıracağı yönündeki iddialara da tepki gösterdi Putin. Говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, это полная чушь. Запугивание. Запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги. Rusya bir yandan da Ukrayna'ya saldırılara devam ediyor. Son olarak Pokrovsk bölgesini füzeyle vurdular. Bir eğitim kurumu binasında yangın çıktı. Sabaha karşı olduğu için bina boştu. Kimse zarar görmedi. Rusya çarşamba günü de Harkiv'in bir ilçesine hedef aldı. Rus füzesi binaya isabet etti. Bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı.